Короче, этот видеоролик объясняет, о чем сериал «Щит» фантастический. Суть простая. Есть бригада Гомыр, которые находят всякие артефакты и не дают людям смотреть на них, чтобы люди не испугались. Всяких инопланетян ловят там, не знаю, там, всякую херню, короче, ловят. Всякие технологии опасные находят, а они их сразу забирают и никому не дают. И вот они по планете сидят там у себя в самолете. Как что-нибудь случается, их звонят, они летят и забирают все, что короче, блестит ярко. Все, смотрите сериал «Щит». Думаю, вам понятно, о чем сериал. Так, ничего интересный. Я вот 3 серии просмотрел уже. Вроде ничего. Ну, еще что там можно добавить? Да, в принципе, ничего добавлять нельзя. Все, я вам объяснил, о чем сериал. Понятно. До свидания, спасибо за внимание. Приятного просмотра.